Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции для рука следующая. Болезни желудка. Отрыжка частая, ну и рвотный рефлекс, либо рвота. С чем это связано? И при чем здесь меридиан перикарда и точка МС8 Лаугун? Давайте с вами разберемся. Почему? Потому что, когда проводишь диагностику 12 меридианов и говоришь, повествуешь людям, что все 12 меридианов отвечает за желудочно-кишечный тракт, многие разводят руками и говорят, докажите, как это? Ну вот, никому мы доказывать не будем, просто-напросто всегда помните, если вы хотите что-то увидеть собственными глазами, смотрите внимательно. И если мы будем смотреть внимательно, то мы видим, что меридиан перикарда, вот, пожалуйста, он проходит, и пунктирная линия, то, что он контролирует внутри органа человека. Ну и понятно, здесь много ума не надо, мы видим, что здесь и желудок, и толстая кишка, и тонкая кишка, и мочеполовая система, и брюшина, и практически весь желудочно-кишечный тракт, что подвластен меридиану перикарда и точке МС8 Лаугун. Вот так вот просто. Добавок, не забывайте, что точка находится в центре ладони, и если человек очень либо стал замечать, что у него появляется отрыжка, и она приводит дискомфорт, замешательство его, ну и неприятное состояние у человека. Либо у человека начинает, он чувствует, что признаки рвоты появляются. То не ждите, пока рвота начнется. Пожалуйста, активными массажными движениями точка находится в очень легком, доступном месте МС8. Пожалуйста. И активными массажными движениями можете массажировать данную точку, что тем самым можете побороть рвоту. Вот вам, пожалуйста. Что человеку нужно? Не лениться делать, это первое. Теперь второе. Отрыжка. Что такое отрыжка? Давайте мы немножко коснемся этого слова и ответим. Отрыжка – это возмущение желудка. Когда отрыжка, ну, то есть, когда человек покушал, он отрыгнул. Ну, в культурном это обществе, не в культурном, каждый по-своему. Культура позволяет быть бескультурным. Потому отрыжка... Если вы переполнили чересчур желудок, то отрыжка может вам подсказать, что желудок возмутился из-за того, что вы очень много съели. Потому знайте меру в еде, и отрыжка не будет беспокоить вас. Ну а если уже есть, то, пожалуйста, точка МС8 вам в помощь. Спасибо за внимание.